А если вы не натурал? Давайте фулл баф. Пишите, кому чего не хватает. Каску, крест, охотнику. Чек на пол. Каску, крест, друида, варам, каску. Всех пожалуйста, скажи каску. Кристам, блин, тут, короче, кассов не хватает на пацанах. Теперь, пожалуйста. Все готовы? Начинаем. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь на пол Калдарама. Максанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Точечно, Келисета, не срываем агро с него, пожалуйста. Шары, в смысле, веяния. Не ауешки. Кинетик убьем, пожалуйста, присты. Вижу, хант бьет, пристов что ничего не вижу. Катушку ролим на мейн. Всё, два человека. Поздравляю. Блин, Dark Sox или ВВ, есть у вас у кого-то спек на трэш? Вары, ни у кого нету спек? Спекнись на трэш по агре мобов у тебя. Надо отвлечься чуть-чуть. Пляж мы и тупо отдыхаем. Какой рубин?
это мутант был или кто это был? Сейчас перейду с компа. Подождите, я застанет не успел. Минуту. ДК, который квест собирается делать. У тебя там кос-шмот есть? Респек. Ой, ДК, вар, да. Ну и все, тогда не надо. Ну тут ты, может, сделаешь, но на синдре ты точно не сделаешь без танка шмота. Это просто, может, мы тогда не будем заморачиваться. Здесь сделаешь квест, но на синдре его не сделать без танка шмота. Да, без квеста, короче. Давайте подходим, пишите. Читал, забафайте тех людей. Чек на пул. На пуль на меня, Хант, пожалуйста. Это мне, я сейчас нагрю и отойду от ФК. Пошли, протопал, где ты? Начинаем. Раз, два, три, поехали. Просто не вижу смысла, на синдре нереально там пережить дыхание, без фрош-шмота, без танка-шмота. Без фрош-шмота еще реально, если танк одет хотя бы 6к? Или без танка-шмота, если есть фрош-шмот? Если нет ни того, ни того, то смысла пробовать. ВР экономим? Что, ВР? Я не знаю, я же не смотрю, кто умер. Это ВР, эти мага. Давай, супердруг, поднимай мага. Захилы бафа ему. Скажите, ВРК, если с меня агро будет срываться, я как бы слышу, но не вижу. Thank you.
Агро сейчас сорвется. Там агро сейчас сварится, сорвёт. Так таунт нажми. Ну как я протопал, сейчас зеркало кинется двойное. Не, не надо, я тут, ничего не жми, я сейчас поклацаю ЛПшки. Ебать, а чё тут луж так много? Вы охуели, что ли? Щит, ролики, кому надо. Оф, спеки. Никому не нужен. Шмот мы... Обнажите клинки, соратники! Райгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас. Токен завоевателя. Реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. То есть не наши танка шмотнуть и чтоб Синдру убить? Я так понял. Короче, чтобы сделать квест на Синдре, тебе нужно 4 дыхания поймать. Каждое дыхание увеличивает... урон от следующего дыхания, токен покорителя ролит. То есть, первое дыхание, допустим, тебе 30 тысяч урона наносит. Второе дыхание, там, допустим, без всякой защиты, 50 тысяч урона тебе наносит. Ты что-то это самое придумал, он в доту вешает дыхание. Ну, и она тикает по тебе дамагом, увеличит в процентном соотношении дамаг от магии льда. Точно? Я не помню что. Ну, короче, в любом случае, даже когда взлетка, и ты бежишь без фридома, вартом, который спекался в танка, спекнись еще раз. Блин. Бой, и ты бежишь без фридома, и по тебе тикает ебучий там по 20 тысяч в 3 секунды урон. Хилы, короче, даже если не сильные, им даже чувака в танка шмоте сложно хилить. Чувака без танка шмота невозможно, мне кажется, там отхилить. Да нет, ты про проценты, по-моему, придумал. Там просто дота вешается, но по 20 тысяч там точно не тикает. Тикает, она очень сильно тикает. Не тикает, там нихуя. Короче, делал ретриком без танка шмота. И изи. Я всегда так делал. Ну, если капли кидать, то можно сделать. Да даже без капли там можно сделать. Там все проще, чем... Не, ну... Блядь, без соответствующего... Ой, без фрошмота ты делал, Войд? Да, без фрошмота. Ну чё вы раньше не сказали, мы тогда сейчас на лане ему сделали квесты, синдруп трали. Когда я делал, короче, квесты, нельзя было кидать ничего, ни фридома, ни капли, ничего нельзя было кидать чуваку с грани, иначе спадал этот дебаф, ебан. Ну там как, там, короче, получается, дыхание 37-43 тысячи, если что. Это без резиста. С резистом там получается, ну, 35, наверное, 33. Вот, хп у него сколько? ХП у него сколько там? 40 тысяч.
Ну вот, считай ОЕ урон еще. Это надо каплю каждое дыхание закрывать. У Фурика есть ШВ на четвертое дыхание. Бейте трэш, ёпта, мать, шо его так много? Я не помню, я по-моему капли просил, там какой-то холиквист или ДЦ у меня был. Я дефу, где все просил под дыхание. Да, там холиквист был. Без хилов соответствующих, конечно, нечего делать. Ну, с каплей можно сделать, но это четко надо знать под дыхание. ШВ, шилдбол, глухая оборона по-русски. Не, ну потом я могу на next week, наверное. Если что, просто спек другой сделал. У меня там есть шмот вроде. Дело не в спеке. Там танка спек не нужен, тебе шмот нужен. Там наоборот фурика одевай. Берешь фурика, одеваешь грань, одеваешь, короче, щит фурики. И заеби. И прот стойку нажимаешь, минус 10% урона всего. И этот. Ну короче, купи на ауке там 4 шмотки на лед и вставь в них камни на хп, там 3000 голд на это все потратишь. Зато, короче, 100% сделаешь. А, ну мне как раз сейчас щит вот этот выпал. Нормально, мне даун. Да, лучше подготовиться. Ну и хилы, соответственно, должны быть четкие. ДЦ там, по идее, нужен, чтобы дефал нормально под дыхание. Да, ДЦ, в принципе, хватит полного. Если он на нем сидеть прям будет. Фотки все будут. А с четырьмя прошмотками там вообще там похуй, блять. Просто друид омоложение навешал, там восстановление, ты бегаешь, ничего не надо, не кидать, ни капли, ничего, блядь. Даже не пробивает. Давайте супердру в хила. Кто там еще мог? Хипа, вот это хипуа хила, да? Христы есть у кого-то холи спек или паладина? Не, паладина не надо. Давайте, Блуд, Мун и Хипа будут на рейде, Полипал, два шамана и Супердру будут в порталах. Ну и союзника ты выбрал, Крок. Может быть, ты и прав, Крок. Я останусь тут и сообщу Тириону о наших успехах. Не останавливайтесь. Убейте Синдрагосу! Октар, герои! Так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет! У меня нет цели. Дайте шкаф там сумон, пацанам. Свата, пропустил, что ты писал. Что за вопросик? Напиши еще раз сообщение. Рист Диспел, ты здесь? Да, Свата, хорошо. Осторожно, не запусти босса. Ой. Вы охуели на боссе АФК уходить? Три человека, это босс.
Выходим нахуй из АФК все. Одному человеку только разрешил уйти. Чек на пол. Сейчас друид заходит и чекает. Давай, пока, Диан. Начинаем. Dark Sox без ЕП остается. Да я поссать отходил, если так интересно. Ты чек не подтвердил. Тебя сейчас нету. Как нету, а с кем ты разговариваешь тогда? Не знаю, может, в контакте видос подают. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Кто меньше меня надамажит, это сразу ДП, короче, сразу. То есть можно дамажить пол ляма или лями и уходить в АФК, да? Не, ну если увижу, что вы стоите в АФК, вы без ГП останетесь. А если меньше надамажите, то еще и с ГП. Не, ну за ГП сразу поздравляю, хеллоу, типа они надамажат меньше. Йоу. Спасибо. Спасибо за поздравление большое. Ебать, что-то клоунов развелось много, ебать. Убирают у меня хлеб, ага. Гуделка сместили, блядь. Да видели. Четыре справа сверху. Кидайте стерию на Вальку. Там вы найдете спасение, герои. На моей памяти два раза кидали этот Трисия, короче, с Олегом там меня не было. И на Рексис в моем рейде случайно. Но Трисия специально, блядь. Ну при мне Трисия специально кидал вот недавно, и Джерриан кидал до этого. На 99% Джерриан кинул. Он спросил, ну что, захилите? Варенька говорит, да. Истерия такая. Там вы найдете спасение, герой. Пойму, как хулипал хилит. У него хила меньше, чем у друида, который не заходит в портал. Так он вообще не хилит. А, нет, 17 так. Нет, он вспышкой. Нахуя ты вспышкой хилишь, блядь? Что за вспышка я увидел? Чуть сердце не стало. Только светом небес надо хилить. Вот об этом я и говорю. Сейчас мы столько отбитые, у нас паладины пошли, что ну его нахуй. И вставь нахуй все сокеты, все 100% сокетов, уеби на 20 к интеллекту. Одень трини. Одну за триумф, одну триню, короче, с ик. Выеби, с ич. С интеллектом. Все. Вот тебе холипал, 40 тысяч маны, короче, всегда первый по хилу. Карта. Карта, блядь. Вот это топ. Я карта. На интеллект. Карта, да, вот. Хуйня. Да, карта нормальная. Офигеть. Карта это топ. Блять, не рассказывай. Перчатки нужны кому-то? Ретрики, перчатки хорошие, бисовые практически. 300 интеллекта дает. Такое никто не дает. Наручи нужны кому-то? Карта рулит. Давайте, жезл все ролим. Я карта, господи.
Так, у кого единица, то ты выиграл. Да блин, у меня в прошлый раз была единица. 96 вижу, больше нету ни у кого. Дайте там шкаф внизу, присуманьте. Имплантация, не заходи в инст. Все, я пошел картошку чистить. Давайте бьем трэш, я тут это что. Да добейте паука. Там Диана умерла, может поднять.
там все имплантация, можешь заходить. Так, все, я тут. Давайте поглубже заходите, тотемы уберите, шаманы стоят тотемы. Мак, Айрен тоже отойди оттуда, пожалуйста. Происходит. Заагрили Синдру. Прижмитесь все ближе к воротам. Ну-ка, линканите еще раз, Инчан. Давайте, проверяйте бафы, пишите, кому что не хватает. 4 хила в последней группе. Слушайте, рыба тут вроде стоит, что-то толпа какая-то. Может лучше 5-го спер? Зачем? Смотри, там чарка называется для обуви стойкость. Пристабав, пожалуйста, обновите. Давайте, чек на пол. Магию не копим. 4 хила у нас. Освобожденку тоже не копим. 2-3 стака набрали. Никуда не выносим ее. Ни хлопков никаких нету. Главное, сами не сдохните. Если мы вайпнемся, все, кто умерли, получат ГП. Кто не с гильдии, соответственно, без ролла. Все готовы, я начинаю. Ты в центре. В центре будь, можно сместиться. Зачем вы сюда
ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Готовимся, притяжка. Видим, пожалуйста. Никто не уцелеет. Давайте набираем рейндж. Войд, называй Войд тоже в метке. Разбиваем, короче, мой склеп. Вешаю метку черепка, разбиваем до конца. Все метки да, бьем. Я ставлю. Если у меток 300 тысяч, стоп ДД в них. Стоп в центральный склеп, череп бьем. Череп до конца бьем. Просто бейте, не останавливайтесь. Левый склеп чуть-чуть подбейте, слева далеко падает. Разбиваем все склеп. Ёб твою мать. Ну опять меня, короче, разобьем полностью. Все остальные склепы аккуратненько долбим. Вот я с черепком. Full DD в склеп. За не прячьтесь за череп. Череп сейчас разобьют. Справа близко падает. Справа чуть дальше. Центральный, стоп ДД, сука, центральный склеп. Разбиваемся. Давайте рост. Первый склеп в сторону, вправо, влево несем первый. Энгетсу влево, в сторону. ШП разбиваем. Второй склеп под босса и дефобилку прожимаем, кто выносит склеп. Мелисинелли под босса, красную каплю ему дайте, холипал, красную каплю. Сильно близко не заходите в центр босса. Не бьем склеп, не бьем. Пока палы держит. Давайте, Огримар под босса, Ханту отпрыгивай. Милики ушли, ёптвы. В сторону, маг, влево. Мага бьем. Все, носите в стороны, похуй вообще. В сторону, Редрик. Все, я дотанчу, иди. Наконец-то свободно.
Шею на мейн. Молодцы. Вообще отлично. Убили шею на мейн. Вары нет. Коту перейти. Пакин защитник. Токен покорителя. Друид, я отдам, короче, ну, Blood Moon. Тут я, по-моему, тебе уже 3 токена отдавал. Дальше чуть-чуть порол отдам. Вон магу. Пламба, если тебе не надо, отдай Ирену. Пошлите быстренько, леча убьем. Спасибо. Спасибо. Войт, ты тут, Войт? Вячеславик. Дайте шкаф там, Вайдасу. Сейчас, я набегу. Кралька, ты чему подиспелишь? Давайте чек на пул, проверьте бафы, пожалуйста. Тактику никому не рассказывай, вроде все нормальные. Запускаю лича. Кралька чему диспелит, протопал справа стоит, я ближе к центру. Неужели прибыли наконец хваленые инеры там? Кот и Войд. Кральки заливайте, супердру. И хипа заливайте столбу. На первой переходке и дальше по КД. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь... Войд, перенеси хотя бы 25 хм на 10 минут или 15. Будешь молить... Мы лича добьем, а будет 25 хм. Без нас никто не будет спать. А, там Джерем. Твои крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Чума, готовимся, одна секунда. Чуть-чуть дальше, отойди. Стол, чума. Протопал, так как-то близко стоишь. Короче, Белин, гневом небес все время валик будешь станить. Если что, Ретрик второй гневом небес станешь. И потом точечно Вальку там, если надо, будет достать. Главное осквернение, короче, врач. Я могу станить каждую Вальку точечно. Ну ты же все три не можешь станить точечно. Да в норме можно гневом их станить, это хуйня, короче, все. Главное лужи. Тут ничего, ну, по обычке ничего нету, кроме лужи. Второй шаркарь будет. Давайте, переходка, все на край. Крист, смотри, там дух у тебя дышит. Клота, клота, ничего не могу сделать.
За спину, все плотно, ключи стали, каток хант. Плотно, ключи, плотно. Только лок на краю. Даже два, я на свободу лока читал. Давайте, всех трех валик бьем, не ебу, там есть портал у лока или нет, всех трех бьем. Осквернение 5 секунд, милики по моей команде в стороны. Вышли милики. Хорошо, молодец. Все в рамках металлического круга набираем рейндж. Лишь бы не разлили лужу, похуй на валик. Осквернение. Ладно, вы в рейндже стоите. Давайте лужу смотрим, на ком будет. Я назову ник, все это тот человек, бежим. Приготовились, валик станет. Лужа, готовимся. ВВ, лужа. Убежали, убежали от склепа. Бьем двух валик. Кому-то не повезло, короче, трусам. Кто в трусах? Напиши в рейчат плюсик. Ну пробуйте убить трусы, короче, их там держат, да еще реально. Бейте, бейте трусы там на краю. А, можно ну, было. А, хуй с ними, бьем босса, это холипал не нужен. Сквернение 5 секунд. Рейндж, набрали рейндж, 2 секунды лужа, выбежали от лича. Клота, лужа, все, все к личу и переводим, 2%. Быстрей, быстрей к личу, сейчас переходка будет, прижались к боссу. Валькам станы. Если потребуется, не потребуется. Все, все на край. Кота не бейте, он пизда. Захиливаем метку. Сейчас будет тянуть лич в комнату кого-то. Нефор, сбей там касту духа обязательно чем-то. Или убей его раньше времени. Смотрите, сейчас лок может быть умрет. И лич вырастет. И готовим БР на меня сразу. Секьюрити, осквернение. Да, спасибо. Дерцо в норме переживается. Ты же это знал. Давайте рост, короче. Добегите, ладно. Осквернение 2 секунды. Осквернение секунды. Рома. Сейчас будет комната, захиливаем человека. От духов бегите, от маленьких. Дайте inner security. Дайте диван пока тут.
Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Че, две клятвы в две руки сейчас, да? Мне по душе это... Да, я сейчас тупо и на кота, и на медведя заберу. Среднее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все самый беспонтовый мувик, вот, который есть вообще в Варкрафте, блядь. Висит лишь. Сука. Так стрёмно болтается. Поднимитесь, воины света! Пора покачать оружку, блядь. Вот мне интересно, как тут он сейчас просто висит, а у него парирование, блядь. Он отбивается, блядь. Санами тряпками. О, смотри. Саны. Моя гляр. Пацаны, короче, Лок, Нефар, Кристен Гетс и Приз Диспел, я вас в гильдию приглашаю, если хотите. У нас все время открыт набор, потому что у нас в норму не хватает людей. Ролим меч вот этот ебучий. Это шлак. Галимый шлак. Где клятва, блядь? Кто это сейчас сказал? Гей какой-то. Ролим. Арбалет. Нормально выражаться научись. Всегда так разговаривает. Арбалет, все? Пожалуйста. Токен покоритель. Заходите на ИП. Заходите на ИП. То вот у фибрилляции в заметках написано пальпация, пальпация это приступ. Так и должно быть. Ну да. Так было задумано. Но она не просит ей заметку поменять, поэтому так и получилось. Лока, у тебя есть еще персонажи, кроме этого Лока? У нас, короче, правило быть всеми персами надо в одной гильдии, кроме пальпации, для всех это правило распространяется. Войд, возьми Лока в гильдию, чтобы у меня нету прав. А что значит на ИП сейчас делать, что это плюс надо кидать? Напиши Лок, я просто не шарю в этой системе. Имя спек ГС для заметки. И
типа ты можешь идти одним персонажем в рейде, а написать изначально, что ты ЕП будешь на другого получать. И тогда после этого заходишь, короче, такой получаешь ЕП. Ну, в рейде ты ничего не ролишь, потому что ЕП получаешь на другого персонажа. Ну, по обычке. И другим персонажам ты уже на этой неделе ничего не ролишь, потому что ты уже получал за этот рейд на этого персонажа. По обычке можешь ролить этот раз. Давай, вон пати. Я даю пати. Апис, Апис, а ты кто? Носок. Апис обычно это столб. Какой-то из них. Эндермама и секьюрити на этих персовью. Лок, не ливай, ты же ЕП еще не получил, куда ты? Лок, ты куда? Давай, Войд, начисляй. А, там нет два человека, вот столб, например, Апис, это один. Ну там было два пуга, короче, а один, не знаю, куда ушел кто-то. На столбе Нур сидит. Тарк, вот этот декад, ушел куда-то. Ну, я зашел на полено.